Художественный музей края будет достраивать компания «Селф». Ее контракту на возведение культурного объекта допустила конкурсная комиссия. Художественный музей края – один из главных долгостроев в регионе. Его строительство началось еще в 2012 году. Изначально проект оценивался в 850 миллионов рублей. Спустя три года провели корректировку документации, и сумма контракта составила 430 миллионов. Однако строительство было полностью прекращено из-за того, что компания «Стройгаз» не могла выполнить свои обязательства. Позже на объект должна была зайти компания «Селф», которая и выиграла аукцион. Но за годы простоя в недостроенном здании образовались дефекты, которые потребовали дополнительных расходов. Тогда было решено составить новую проектно-сметную документацию. И вот на днях конкурсная комиссия допустила «Селф» к контракту на застройку музея. При этом ряд экспертов не исключают, что крупнейшая строительная компания в регионе находится в зоне риска и может повторить судьбу «Стройгаза», которая под гнетом госконтрактов в итоге обанкротилась. Сейчас «Селф» активно строит сразу несколько важных объектов в крае, в том числе театр «Кукол Сказка» и противотуберкулезный диспансер. На их возведение, отмечают эксперты, привлечены большие кредитные средства.